На поиск места для парковки уходит время и нервы. Подсчитано, что около трети всего трафика в городе приходится на водителей, колесящих с этой целью по округе. Некоторые бросают попытки и паркуются вторым рядом. Улицы забиваются, растет загазованность. Тормозится общественный транспорт и машины экстренных служб. А пока водитель сосредоточен на поиске, он подвергает риску пешеходов и велосипедистов. Однако выход есть. В Сан-Франциско тестируется новая технология парковки с гибкой тарификацией, призванная оптимизировать парковку с пользой для каждого. SF Park стремится обеспечить хотя бы одно свободное парковочное место на квартал, так что водителям не приходится нарезать круги или ставить машину вторым рядом, а владельцы бизнесов получают более стабильный поток клиентов. SF Park предоставляет каждому более свободные и безопасные улицы. Вот как это работает. Установлены новые сенсоры, определяющие, есть ли свободное парковочное место. О его наличии и тарифах можно узнать заранее в режиме онлайн, пользуясь смартфоном или через SMS. Это поможет решить, ехать ли на машине или в это место проще попасть пешком, на общественном транспорте или на велосипеде. Подъехавшему на своей машине новый паркомат SF Park облегчает процесс оплаты, принимая как монеты, так и платежные карты и парковочные талоны. Временные лимиты стоянки вырастут и вместе с упрощением оплаты помогут водителю избежать штрафов. Привлекательной альтернативой по часовой парковке станут муниципальные стоянки за счет изменения тарифов. Тарифы будут меняться, следуя за спросом, раз в месяц и не более чем на 50 центов. Там, где найти парковочное место практически нет шансов, тариф будет расти, пока хотя бы одно из них не станет регулярно доступно. Там же, где свободного пространства для парковки предостаточно, тарифы будут падать, пока оно не заполнится, при минимальном тарифе 25 центов за час. SF Park создан, чтобы водители, там, куда они направляются, легко находили место для стоянки. SF Park поможет планировать время, принимая осведомленные решения о том, когда и как лучше посещать людные места. Летом 2010 года SF Park при федеральном финансировании запустил пилотный проект в 8 точках Сан-Франциско. Узнайте больше на sfpark.org, подпишитесь на сводки, поделитесь своим мнением. Поменьше кружите, побольше живите.